Сложилась, как я уже говорил, хорошая традиция, прием в канун Старого Нового Года. И у этой традиции есть своя история. Мы всегда вспоминаем, что изначально это была встреча, многие об этом помнят, с журналистами. Но со временем круг гостей нашего вечера, праздничного вечера, становился большим. Неизменным оставалось одно – приглашение на новогодний прием. Это, если можно так выразиться, своеобразный подарок для тех, кто в минувшем году был на высоте профессионального успеха, кто искренне предан стране и нашему народу. Сегодня в этом зале учителя и врачи, деятели культуры и искусства, ученые и государственные служащие, представители силового блока, общественных организаций, ну и, конечно же, журналисты и спортсмены. Приятно видеть знакомые лица. Я хочу поприветствовать и тех, кто впервые приглашен на этот праздник. Рад теплой и неформальной обстановке еще раз поздравить всех с наступившим Новым годом, с Рождеством. Поблагодарить за личные достижения, которые уже стали нашей общей историей. Ваши авторитеты, высокие результаты являются ярким примером для всего общества. Именно вам, единомышленникам, с твердой государственной позицией и пониманием глобальных процессов развития современного мира предстоит стать истинными лидерами мнений. Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы, в том числе в информационном пространстве. Это задача государственного масштаба. И вам ее решать, противопоставляя свои глубокие знания, мудрость, аналитический ум, примитивным суждениям и порой откровенным спекуляциям. Сегодня мы сравниваем мир вокруг нас с неким океаном, который бесконечно в последнее время штормит. Беларусь в нем, пусть и не самый большой, может быть и небольшой, но довольно крепкий корабль, который мы должны сохранить. Убежден, что белорусскому народу под силу преодолеть все трудности, главное не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного нами пути. Нас много, но Беларусь у нас одна. И эта простая истина лежит в основе государственного суверенитета и независимости страны. Дорогие друзья, еще вчера мы подводили итоги уходящего года, а сегодня уже 20-й начинает разбег, погружая в водоворот событий, дел, фактов и мнений. Он будет по-своему особенным и станет таким, абсолютно таким, каким мы его с вами сделаем. Надо только, как и прежде, ценить и беречь то, что имеем, сохранять и развивать лучшее, разрабатывать и создавать самое передовое. В противном случае отстанем. А сплоченность, наша любовь к Родине многократно приумножит наши силы для новых достижений.